одна из красивейших рек Центральной Сибири. В свое очередное путешествие по ней мы отправились 11 августа 2023 года. Слушай, что впереди? Сейчас, подожди, Дим, приближу, посмотрим. Это как? Да это палатки. Слушай, я человека вижу. Да блин, ну это ж лагерь 30-летний Байдар. Что? А, тот самый. Вон весло. Тот самый, да. Глуши. Yes! А, нет, показалось. Софи, четверо гангстеров русских, банди, пираты, мафиозы. Софи, ты знаешь, что четверо русских выбрали тебя принцессой похода? Oui, ce sont des gardes formidables. Да, это отличные ребята. Par exemple, Сережа. Вот Сергей. Et il sait faire de la pâte, faire frites. Он умеет делать тесто, жарить блины и играть на гитаре. C'est Dima. Et gentil et sympathique. Это Дима. Он добрый, отзывчивый, только не любит маленькие порции. Это Валера. Он не любит, когда Дима не любит маленькие порции. И всегда открыт ко всему новому. Наконец, Саша. Он самый толерантный и миролюбивый. Не любит только поддельную водку и фашистов. Продолжай. Начну с того, что они снова построили огромное судно. Ваша проблема в том, что вы все время недооцениваете русских. Стоп, машина. Купаться. Есть купаться! Я тоже считаю, что купаться надо здесь. Там. Бегемот провалился в болото! Тара, ты... Дима, не переживай, сейчас мы тебя вытащим. Остальное типа побрил 5 минут назад. Текиля. Берем бутылку отсюда, наливаем и ставим сюда, а не по всему столу. Savez-vous combien de cognac, de champagne, de Ты хоть понимаешь, сколько они взяли с собой водки? J'en ai marre du pavillon. Просто им надоело шариться по ларькам к концу похода. Просил открыть на пляже. Мы тот знаменитый пляж немножечко пропустили. Но мы откроем на другом пляже. Я думаю, у тебя с ним связаны какие-то не менее знаменательные воспоминания. Так что тебе будет приятно.
Обезопасить себя и нас от подобных визитов, придумал нехитрую сигнализацию. Сань, 10 утра, просыпайся! Саня! И на ХЗ бывают пятна. Да! Таким мы больше не видим. Сань, как здоровье? Сань, брючку уже наливаю. Лёня, это ацетонный, сука. Валера, сигнализатор, в походе вещь, бутылка портвейна. Питали же черти как, еле не пойми что. Да их меню было богаче, чем у нашего чудика премьера. Монтана, ребята, пельмени из лосятины на подкаменной тунгуске. О. Свеженькие, только что сделали. Подлучок. Вот это поход. Вот это поход. Вот это поход. Сейчас похмеляться, ну и полезу к совке плакаться. А ты жена. Помню, по молодости часто мотался по женским общагам. У меня тогда шестерка «Жигули» была. Гонял, не обращая внимания на жезлы и палки. Считать я тогда не любил. Врешь. В мои подвиги трудно поверить, но однажды под Новый год получилось вот так вот. Тут такое дело, Софи. Я когда много выпью, мне по ночам снится ерунда. Какая-то старая медведица. И она смотрит на меня с подозрительной благодарностью. А у меня кто-то спер из палатки фото Кэтрин Зета-Джонс. Боюсь, Валера. Но. Вряд ли. Саша? Но. Нет, он всю ночь пил Глен Ливит. Дима? А Саша не стал разговаривать с малой знакомой женщиной, потому что вел судно и вообще имел более высокие нравственные принципы. Красавчик! А как, по-твоему, они решали проблемы стирки? Легко, изящно, с выдумкой фантазии. Пальто и пиджаки стирали в реке, нижнее белье жгли в кострах.
Мы стирались, полоскаемся. Решили мы прополоскать блинишко. Мотал Равин. Вынимай, уже все готово. Да, подожди, полоскальную машину. О, пошло. Мне кажется. Только купил. Давай, 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 Валера! Быстрее! Ой! Да подавись ты! А с телевизором неловко вышло, да? К сожалению, я не знал, что там ловит канал Шалун. Че, включай. Привет, придурки! По-русски мы научились. Алиса, говорить прямо. История леденящая кровь. Включи 44-й канал. И Женихов, это было двое. Фортуна Браш, не дебарика матер Яша. Алиса, включи канал Шалун. Нет. Суп. Как? Простите, парни, бес попутал. Предлагаю еще раз сначала. Дружище, привет. Столько зим, столько лет. Как там наши все живы-здоровы? Слышал, ты весь в делах. В беготне, в суете, не до отдыха, не до друзей. Да у нас, как всегда, летом снова тайга и родные речные просторы. Этот белый магнит нас все время манит, отбирает у теплых морей. Я не знаю, как это тебе объяснить. Все слова и простые, и банальны. Ну, тайга, ну, река, облака, берега, запах кедра. И Хариус бьет. Но картина нетронутых северных мест удивительна и гениальна. И смелеет душа, и раздеться спеша так торопится за поворот. Тебе объяснить. Мы, наверное, все потерялись в городах, в бесконечных делах, в веренице бессмысленных слов. Я не знаю, могли ли остаться мы прежними, но не остались. Слишком стали бояться условных границ, острых взглядов и острых углов. Но ты только представь, на земле еще есть те места, где все так же, как было. Честный труд, незатейливый скарб и открытость, и искренний смех. Толерантность, условность и этикет. Так тайга сюда и не пустила.
свои красоты свои делит щедро и ровно на всех. Теперь в Монтану.